Губернатор Павел Коньков работает в Санкт-Петербурге. В эти дни в северной столице проходит 21-й международный экономический форум. Один из вопросов – участие регионов в развитии легкой промышленности и формировании индустрии моды как глобального сетевого рынка. Ведущий спикер за круглым столом – Ивановская область. Павел Коньков пояснил, наш регион всерьез занимается проектированием будущего легкой промышленности с учетом новых трендов. Есть своя региональная команда, которая тесно работает с агентством стратегических инициатив. Многие события происходят и будут происходить именно на территории Ивановского региона. Точку кипения мы уже провели. Впереди форсайт-навигация, впереди сентябрьский форум в Плесе, на который я пригласил участников. Поэтому, на мой взгляд, то, что Ивановская область будет среди ведущих реализаторов FashionNet национальной технологической инициативы, сегодня сомнений не вызывает. В тот же день заключено трехстороннее соглашение о намерениях в сфере развития легкой промышленности. Подписи под документами поставили глава Минпромторга Денис Мантуров и губернаторы Санкт-Петербурга и Ивановской области.